Режиссер и ведущий телепередач для детей на канале 16 «Голос» радиоспектаклей, руководитель Народного театра юного зрителя, комментатор хоккейных матчей, руководитель студенческой театральной студии «Мы» и просто талантливый артист. Александр Баханович был знаковой фигурой культурной жизни Сарова. Это замечательный человек. Азбука АБВГД, буква «Ч». Это человек с большой буквы «Ч». Вы знаете, что это? Человек с большой буквы. Он, можно сказать, тоже вложил в меня, как в руководителя, в актрису, свои какие-то актерские способности и качества. Конечно, для театра это большая потеря. Это актер с большой буквы. И, собственно, человек тоже хороший достаточно был, отзывчивый, добрый. Всегда мог помочь в какую-то трудную минуту. Мы лишились такого человека, голос, вот на реконструкциях 9 мая. Я думаю, сложно будет кому-то заменить. И я вот от лица общества, Всероссийского общества инвалидов, Саровского отделения, выражаю очень глубокое соболезнование и семье, и родственникам, и близким, и тем, кто знал. Это, конечно, очень большая утрата. Всегда, когда ему позвонишь, попросишь помощи или же просто поговорить, он всегда был рад помочь, всегда готов был отдать всего себя. Мы всегда его будем помнить, мы его очень любим, и мы гордимся тем, что в нашей жизни был такой человек, как Александр Анатольевич. Александр Баханович скончался на 67-м году жизни. До последнего времени артист продолжал выступать на сцене. Его знают по ролям в таких спектаклях, как «Алиса», «Укрощение строптивой», «Водевиль так не бывает» и другие. В труппе Саровского драматического театра актер работал с 1983 года. Канал 16 выражает соболезнования родным, близким и коллегам артиста.